Борис Олегович, сибиряки приехали с сухой победой. Как сегодня вратаря огорчить соперника? Ну, делать будем все возможное. Больше бросков, создавать помеху вратарю. Поэтому ничего сложного, надо просто выполнять, делать свое дело. В составе «Спартака» много молодых ребят. Вот сегодня Злодеев, также 13-м нападающим появляется. Их расти время будет по мере чемпионата? Ну, конечно, будем производить ротацию. Много молодых, как вы сказали, игроков, которым нужно давать шанс в первой команде смотреть. Поэтому на следующую игру, может, кто-то еще из молодых будет, из новичков. Поэтому это нормально, это процесс, рабочий процесс. Роман Старченко очень мало сыграл в прошлом матче, сегодня его нет. Что с ним? Получил легкую травму, врачи колдуют над ним. Думаю, в ближайшее время увидим его в составе. Спасибо большое, хорошего матча.